Большом Кремлевском дворце состоялся объединенный пленум правлений творческих союзов и организаций СССР, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Президиумы, члены Политбюро ЦК КПСС, кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК КПСС. Открывая пленум, первый секретарь правления Союза писателей СССР Марков сказал: 9 мая исполняется 40-я годовщина нашей всемирной исторической победы над германским фашизмом. Вместе с нами этот праздник отмечают братские народы транссоциалистического содружества, государства, вызволенные из-под ига гитлеровской оккупации, миллионы людей доброй воли на всех континентах, все свободолюбивое человечество. Георгий Матеевич Марков подчеркнул, что лучший способ воздать должное памяти павших – быть сегодня на передней линии коммунистического созидания. Представители многонациональной советской культуры, руководители творческих союзов говорили о том, что продолжающаяся и сегодня художественная и документальная летопись Великой Отечественной – наше бесценное духовное богатство. Советская творческая интеллигенция видит свой долг в утверждении великих идеалов Ленинской партии. Как и все советские люди, она горячо одобряет решение мартовского пленума ЦК КПСС, новые советские мирные инициативы, полна решимости встретить 27-й съезд КПСС новыми вдохновенными произведениями.